Сосредоточьтесь на колышущейся травке. Просто смотрите на нее. Смотрите на это движение. Этих травинок, стебельков с листиками здесь много. Каждая из них колышется как-то по-своему. Можете концентрировать внимание на каком-то конкретном стебельке, а можете сразу расфокусировать взгляд и смотреть на все вместе. Если у вас возникают какие-то мысли, суждения, анализ, пусть это идет, пусть это движется, происходит. Не блокируйте. Если будете блокировать, подавлять это мышление, то это будет хитрости ума. Ум будет делиться на две части. Одна часть будет замолкать, а вторая будет удерживать это молчание. Это будет такая игра, с которой вы отождествитесь, и от практики не будет никакого результата. Глубокого результата. Сохраняя концентрацию внимания на этих стебельках, травке, вы выполняете основную задачу. Накапливайте опыт удержания внимания в одной точке. На одной области. А умствование, мышление, анализ, они постепенно сойдут на нет. Рассматривайте не только сами стебли, но и вот эти вот цветочки. Подвижную и неподвижную часть этих маленьких кустиков, место, откуда стебельки растут из земли. Здесь есть зелененькие веточки и сухие. Они все по-разному расположены. Отмечайте про себя, что чем больше вы смотрите, тем в вашем внутреннем пространстве что-то меняется. Становится тише. Тише и спокойнее. Даже если вы перед началом этой работы, этой практики, волновались, тревожились, о чем-то переживали, продолжайте смотреть.
переживания, тревоги будут растворяться. Для вас сейчас имеет значение только колышущиеся стебельки этих маленьких кустиков. И косвенно ваше внутреннее пространство, в котором становится тихо. Тихо, спокойно, легко. Значение всех ваших желаний, потребностей, убеждений и так далее. Всего того, что для вас было важно до того, как вы начали смотреть на эти кустики, постепенно уменьшается. Значение всего этого. Чем спокойнее вы внутри становитесь, отрешеннее, смотря на эти кустики, вы становитесь спокойнее и отрешеннее. И чем дальше, сильнее это происходит, тем меньше значения, меньше связи со всем окружающим миром. Окружающим миром значащих для вас вещей, поступков, мыслей, людей. Тем меньше, слабже эта связь становится. Они продолжают оставаться для вас близкими людьми, необходимыми для выполнения действиями, правильными мыслями. Все остается так же. Просто будоражащий эффект от всех этих перечисленных аспектов, важных для вас. Будоражащий эффект от них в процессе практики уменьшается. Этот будоражащий эффект, он как будто растворяется, перестает становиться значащим, потом еле заметен, а потом вы остаетесь один на один с этими колышущимися стебельками. Вы и эти стебельки. Вы становитесь этим спокойствием, которое внутри вас разливается все больше и больше. Этой внутренней тишиной, этой отрешенностью. Все это вы. Вот эти изменения, которые внутри вас сейчас происходят, по-другому можно назвать изменение восприятия, сдвиг восприятия, переход из одного состояния сознания в другое, сдвиг точки сборки. Все эти выражения в отношении вашего состояния верны. Переходите в этом состоянии тишины в ресурсное, в максимально ресурсное для вас состояние. Ресурсность не в том смысле, что вы сейчас пойдете и начнете делать все, свернете горы, хотя это тоже имеет большое значение. Ресурсность несколько другая. Это ресурсность
спокойного, уравновешенного, уверенного в себе человека, который на данный момент имеет уже все, что ему нужно. Кто-то думает, что он будет счастлив, если купит себе какой-то дорогой транспорт, автомобиль. Но посидев, посмотрев на кустики, на колышащиеся кустики на ветру, он поймет, что этот автомобиль ему не нужен, ему хорошо и так. Кто-то думающий, что он уедет куда-то далеко, далеко, и там найдет свое место, в котором будет счастлив, и у него там будет все хорошо, этот кто-то успокоится и поймет, что никуда ехать не нужно, уже хорошо здесь. Кто-то, кто хочет стать известным человеком, там, политиком, актером, и думает, что вот, вот его смысл жизни, вот его счастье. Может быть, так и есть. Но в процессе созерцания, концентрации внимания на колышащихся стебельках, он спросит себя, зачем мне это нужно? Мне так хорошо, я сейчас не хочу никем становиться. Чем сильнее внутренняя тишина, тем внутри сильнее чувство сопричастности, благостности. Гармоничности, связанности со всем миром, с самим собой. Приходит как будто бы какое-то понимание, что да все уже хорошо, не надо никуда бежать. Проходит тревога, волнение, депрессия. Чтобы сесть и начать смотреть, сконцентрировать внимание на чем-то, необходима энергия, личная сила, психическая энергия, потенциал, хотя бы небольшой. Многие скажут, я лучше это время потрачу, чтобы почитать какую-то книжку, посмотреть фильм или выполнить какую-то работу. Да, и эту энергию они потратят действительно не зря, потому что для них это на данный момент в их жизни самый оптимальный выбор. Но если вы потратите эту энергию на то, чтобы позволить себе просто сесть, расслабиться, начать концентрировать внимание на чем-то, ну, в данном случае на этих кустиках, эта энергия приумножится в разы. Вы почувствуете, как сливаетесь со всем миром, а мир сливается с вами. Эта энергия умножается, умножается, увеличивается. Ваш потенциал начинает расти. И вот вы уже смотрите на проблему, которую не знали, как решить, и понимаете, как ее решить. Или, по крайней мере, спокойно беретесь на нее, за нее и делаете, достигаете результата. Будь то это
какая-то покупка, уборка, ремонт. Неважно что. Этого потенциала, который у вас накапливается в процессе такой вот концентрации внимания, может накопиться на день, на два, а может быть и неделю, а может быть хватит на целый месяц активной деятельности. Все зависит от вас, насколько вы готовы себе позволить и поверить в то, что это возможно. Просто на момент концентрации от такой практики нет ничего важнее этих колышущихся стебельков, этих кустиков, качающихся на ветру.